Всем привет! Сегодня снова с вами Басон, и мы продолжим прохождение игры Darksiders. У нас остался третий ключ, нужно найти источник. Так, у нас есть чемоданчик наш с душами. Так. Так, солдат наш рядом. И качали воду. Вместе с водичкой. Активировали механизм. Так, покрутим колесико. Так, нас закинуло в лифт. Поднимаемся, пока хоть бы кого не дали побить. Даже побить-то некого, хоть бы размяться дали. Неинтересно, скучно. Очередной робот-охранник, да. Нифига себе он цепляет. Еще мы тоже умеем цеплять. Иди сюда. Промазали немножко, ну, ничего страшного. Стандартная система добивания.
Так. Переносим заряд. Сегодня лифты да лифты. Хоть здесь, по крайней мере, попроще идет. Забывай переключаться. Так, перенаправили луч. Теперь у нас надо самим сваливать. Блин, не успел. Ждем. Идем дальше. Вот, блин, как всегда, новая хрень какая-нибудь появится. Так, восстановим себе здоровье. Самое то сейчас. Слазим на балкончик. Опа, чемпиона нашли, артефакт. Так. Эта хрень тоже с порталами, их два. Плюс от механизм. Значит, он поворачивает эту хренотень. Так, двери. Опа, они закрылись. Видите, по времени.
Вот так вот. Эй, меня. Так. Что-то мне кажется, последний третий ключ самый легкий. Остальные были более трудными. Кроме одного стража, что-то никого больше не убил. Как-то это подозрительно. Чую, дальше будет обздец. По попе меня настучат лопатой. Так, я понимаю, заменили подгрузку уровней. Одни лифты катаешь здесь. Так. Вовремя успел. Все открыли. Так, что дальше у нас произойдет? Речь толкать будет. Стража ждет. Похоже, больше ты нам не можешь быть полезен, Азраил. Как ты собираешься выбраться из башни, когда покончишь со Страгой? Козырь. Страга и башни едины. Даже если ты сумеешь одолеть его, то без меня окажешься в ловушке. Он нужен нам. Молись, чтобы всадник не вернулся живым. Угу. То есть у нас есть козырь у Кави, чтобы его не завалили прямо сейчас. То есть сейчас нас будет реально по заднице бить Страга. И вот интересно, где вот этот сундучок находится? Где-то под нами. Или на нашем уровне. О. Лучше сейчас взять. Опять одни лифты. Хоть прямо лифтером подрабатывай. Я уже соскучился по дракам. Сейчас чувствую, меня мутузят. Интересно, кто такой Страга вообще? На всякий случай, тут порталы можно покидать. Кину-ка я один. Ядрен батон, сосиска в тесте. Так это ж та дура в начале игры, которую мы глазик поцарапали. Ты сильнее, чем память Страга. Это трясь. Ты не сможешь ни победить, ни бежать. Страга
сильнейший из приближенных разрушителей. И последний. Твой хозяин неразборчив. Глазик. Себе. Что-то я сделал не то. Страга убьет тебя снова. Вот так вот надо. Теперь ясно, что надо делать. Она. А вы-то тут таким краем. Умри навсегда! Да мне-то пофигу, когда их добиваешь. Хоть здоровье восстановил сразу там. Опять вылезете. Да вы меня уже задолбали. Да. Дубль 3. Сколько же дублей придется сделать? Всего 3? До предыдущих боссов я больше убивал, чем этого страгу. Чё-то ну вообще ни о чем. Самый сильный из приближенных в итоге казался самым простым. Оба-на-на. Изнутри. Эльф, блин, переросток. Ушки. Но напоминает Дум прям натуральный. Как я и говорил, Страга с башни единой. Посмотрим, насколько полезен я могу быть. Давай.
ангелочек. Портальчик нам открывают. В источник, быстрее! Ты куда-то спешишь? Он явился мне после своей смерти. Авадон живой. Я так хотел верить. Я поступил так глупо. Небось нажрался там с горя. Азраил, глюки видел. Ты видел Авадона после его смерти? Видел. Я привел его сюда, в Эдем. Ради чего ты лжешь, Азраил? Эдем не существует. Уже не существует. Невежда. Я сам видел, как первых людей изгнали и как опустел Эдемский сад. Я не мог допустить, чтобы первый дар небес, величайшее оружие, увяло бы, или что еще хуже, досталось тьме. Я спрятал его. Древо познания добра и зла, значит. Авадон был у древа? Тебе стоит. Бла-бла-бла, мистер Фримен. Если есть способ остановить разрушителя, то древо укажет его тебе. Сам я не дерзнул. Быть может, если бы я соблазнился, все сложилось иначе. А Авадон? Что древо дало ему? Этого я знать не могу. Каждый из приходящих к древу получает свое. Некоторые уходят ни с чем. В результате виной всему оказались ангелы, а не демоны. Просто погибают. Нет, я не знаю, что он получил. Идем. Здоровья стало много. Стоило перерывать ролик, чтобы пройти 5 метров и опять запустить ролик. Туда нет пути. Есть. Только для тех, кто достоин. Для тех, кто может летать. Всадник, ты так долго сражался со тьмой, что она успела запятнать тебя. Создание света почувствует это так же, как чувствую я. Здесь ты хуже любого из демонов. Покори свою тень, и тогда сможешь пройти. Готов ли ты сойтись с самим собой при свете солнца? Не все способны на такое. Моя маска теней. Да, это она. Ты снова будешь видеть мир теней, пока не снимешь маску. Удачи в бою. Сейчас буду с самим собой драться. Этот артефакт позволяет войне видеть скрытые, обнаружить тени. Кочерышки ж. Ух, ё, ну нифига себе подумал. Да, сильно он долбануть не дает. Ну я тоже так же умею.
А чё, у него не кончается, что ли, эта хрень? Чё, все что ли? Секири башка. И сразу все здоровье почти полное. Чуть-чуть не добрал. Первый дар небес ждет тебя. Че это так видел? Я подтормаживает. Буду ждать здесь, вместе с наблюдателем. Я не отпущу всадника без присмотра никогда! Куда он, туда и я! Да? Тогда ступай к древу, черная тварь. Тебе ни за что не добраться до той стороны. Поторопись! И помни, кто держит твой поводок. Чё ты видео подтормаживает? Водичка. Надо сходить посмотреть, что там есть. Может, что интересненькое найду. Какой-нибудь ништяк. О, что-то есть. Сундучок какой-то. С душами. Вот еще сундучок. Бывает полезно полазить по таким углам. Что тут у нас? А здесь какой-то тоже золотой сундучок. О, броня из бездны. Остальные части. Так, а сколько у нас там уже мечу осталось? В принципе, немного. До максимума. Да, идем мы с пятачком. Большой-большой секрет. И не расскажем мы о нем. А нет, то нет, то нет. Здесь ништяки. Нету ништяков никаких. Будешь ты служить в раю или править адом? Надвигается буря, Урил. Скоро. Мне понадобится твоя помощь. За тобой я последую даже в ад, господин. Что-то ролики реально подлагивают. Игра не лагает, а ролики лагают. Они знали. Но откуда? Благими намерениями. Кажется, так говорили люди. Сейчас перестал лагать. Ты. Нет, опять начало. Ты это сделала? Нет, это ты решил призвать нас в этот мир. Я всего лишь использовала твою идею по-своему. Нет. Призвать. Я буду считать всадники. Это предложение, молодой. Четыре всадника. Одна из них, по-моему, была как раз-таки баба. Иди. Говорит баба, походу один из всадников предался, что ли. Нет. И встал на сторону ада. Когда владыки света узнают, что ты сделал, тебя низвергнут. Да тебя в цепях поставят перед советом. Ты уже проклят. Я предлагаю тебе выбор. Будешь ли ты служить в раю или править адом? Теперь тебе надо вернуться к Азраилу. Убеди его помочь нам, тогда вместе мы переменим лицо мироздания.
Авадон должен быть наказан. Он играет с законом, как ему вздумается. Смеется в лицо. Набугленный совет. Есть ли у нас доказательства? Печати не тронуты. Очевидно, что ангелу помогли. Но кто? Пока не узнаем, придется ждать. Его деяния родят неповиновение. Совет ослабнет. Сколько мы сможем удержаться у власти? Мы не можем остановить Авадона, но есть и те, кто сможет. Им лишь нужна причина. Нет, нельзя посылать четырех всадников. Для них суд без доказательств – убийство. Всадники не станут действовать без причин. Мы пошлем лишь одного, для которого месть – достаточная причина. В общем, совет нас подставил, я так понял. Он лишь бы отомстить. Клинок уничтожен. Я охраняю седьмую печать. Этот мир наш. Небеса принадлежат нам. Ты знал, что это билет в один конец? Меч в спине нашей копии. Очухался. Ну, кусочек клинка. Сейчас еще пол игры будем бегать, собирать меч какой-нибудь. Так, и что тут у нас наш страж? Авадон, это разрушитель. Архангел! Его предали. Он был всего лишь пешкой в большой игре. Ты должен принести ему мир. Мир? Авадон, это разрушитель! Даже выделенный цветом Авадон, разрушитель. Теперь нельзя и мечтать! Была ли подсказка среди видений? Способ, даже этого ангела задолбал этот... меч. Дух черный. Сломали печати. Клинок Армагеддона. Но когда были сломаны печати, Авадон приказал уничтожить его на той же наковальне, на которой он был создан. Всадник. Боюсь, клинок утрачен навсегда. Мы создадим его заново. Опа, фокус. Что еще? Из широких штанин достал. Авадон хранит седьмую печать. Со своей армией он собирается штурмовать Белые Врата. Уриил поведет против него воинов небес и падет. Что еще ты видел? Больше я ничего не видел. Умолчал. Я открою врата, чтобы они вернулись. Закрывшись, они закроются. Прямо меч в спину всадят. Сады и это... тайны будут утрачены. Скажи, как это надзиратель будет его там мучить. Значит, что-то уже смекнул, так понял. Кто кашу варит? Типа змеиные норы. Найди Ультейна. Он поможет тебе. Он должен помочь.
Абадон спрятал осколки клинка, бросил там, где их не сможет найти никто, ходящий по стороне света. Мир теней. Да. Используй маску теней. Собери осколки и отдай их черному молоту, чтобы он выковал клинок заново. Когда все будет готово, вернись ко мне. Может, я сумею помочь тебе еще раз перед смертью. Азраил, не раз ты мог предоставить меня моей судьбе. Я мог умереть в башне, остаться среди пепла и дыма. Значит, ты помогаешь мне? Когда все закончится, совет проследит за исполнением правосудия. Намекает. Я убью Авадона. И всех, кто был с ним в сговоре. Мы все должны ответить за свои грехи, всадник. Когда придет час суда, я приму его решение. Каким бы оно ни было. Иди, не трать на меня время. Скажи Ультейну, что он последняя надежда старого дурня. Осколки клинка спрятаны в разных уголках этого мира. Найди их. Пускай черный молот перекует клинок. И тогда возвращайся. Семь осколков надо найти. Так, у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть по всему миру разбросаны. Ну ладно, я думаю, на этом и закончим. Оставляйте свои комментарии под видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я буду ждать ваших отзывов, комментариев. Всем удачи и пока. Удачной игры!